Всемирная федерация стрит-воркаута и стрит-лифтинга совместно с сообществом Street Workout Jakarta при поддержке криптовалюты Edinarcoin организует Jakarta Open Workout Day с Денисом Мининым, идейным лидером и организатором стрит-воркаут в мире, главой Международной федерации воркаут. По словам Дениса Минина, данное мероприятие послужит началом развития здорового образа жизни на просторах Азии на качественно новом уровне. День воркаута пройдет 17 декабря в столице Индонезии, городе Джакарта. We'll be right back.